черпали все знания, которые можно получить по этой теме. Вот, поэтому главное, что мы имеем очень четкое определение политики и можем им пользоваться, это раз. И второе, мы некоторые проблемы современной политики, очень актуальные, разобрали. Чтобы не получилось, что мы эту, так сказать, философию берем, ну, как бы независимо от того, что происходит в жизни. То есть то, что есть в нашей современной жизни, нельзя понять без философии. Поэтому мы приступаем к следующей теме, имея в виду, что мы должны двигаться вперед. У нас с вами занятия еще будут. В следующий раз, сегодня у нас 7-е, 14-го, и последнее занятие 19 мая. 19 мая. На этом лекции закончатся, но поскольку у нас по две лекции каждый день, то есть сегодня две лекции, 14-го две лекции, нам еще предстоит целый ряд тем рассмотреть новых, которые мы еще не с вами не затрагивали. Да. Что? Не понял. У меня 19 мая день рождения. Что у вас? Ну, я думаю, хорошо, мы отметим. Не, приносите торт, а чай и кофе мы возьмем в автомате. А торт и ножик приносите, хорошо? Я выделю на это дело. 5 минут от одной лекции и 5 минут от другой. Между двумя лекциями отметим. Какого у вас будет? Последняя лекция. 19. Вот 19-го, приносите, да, это обязательно мы отметим, да. Только побольше покупайте. То видите народу сколько? Я думаю, народу придет гораздо больше, когда узнает, что тут будет ваше действие. Надо сейчас уже решить, кто будет резать. Знаете, как точно, чтобы было справедливо, надо, чтобы один резал, а другой выбирал. Тогда тот, который режет, поймет, что как бы он там ни сделал неровно, тот, который выбирает, себе отхватит самый большой. А вы знаете, как разрезать четырехугольный торт на 3 части? Нет? Объясняю. Берешь четырехугольный торт, режешь на 4 части, кладешь по 3 по куску. Этот кусок остается, четырехугольный торт, но маленький. Делишь на 4 части, добавляешь по куску. Еще меньше будет четырехугольный торт. Делишь на 4 части, добавляешь еще по кусочку. Вам с какой точностью разделить? Понятно, да? Это так математики... Делит на 3 части. Так, идеология сегодняшняя тема. Идеология. Так, вот у нас в этой аудитории светло. Это идея? А? Это идея или не идея? Да, не идея. На улице тепло, это идея? Ну, факт, может быть, что это идея – факт. Бывает, что вот идея – факт. А это факт, то факт. Но это, я спрашиваю, это идея или нет, а вы уклоняетесь от ответа на вопрос. Так идея это или не идея? Нет, не идея. А в чем отличается идея от других мыслей? Это же мысль. Вот нам сейчас хорошо – это идея. А вот если я поставлю вопрос, как сделать, чтобы нам было хорошо, это уже будет идея. Если я придумаю, как сделать, чтобы нам было хорошо. Как сделать так, чтобы мы уже закончили не 19 числа, а 14, и всем были бы уже выставлены экзаменационные оценки. Вот была эта идея. Есть у кого-нибудь такая идея? Надо работать. Надо было день рождения объявить во время экзамена, чтобы 2 не ставили. Ну, как-то надо тут думать. Теперь уже несите торт. Так. То есть идею мы отличаем от других мыслей. Идея – это не просто мысль. Идея, которая направлена непосредственно на преобразование материи. Правильно? Вот. Если мысль направлена на преобразование материи – это идея. А если не направлена? И вот она описывает, рассказывает. Есть такие люди, которые все время говорят и рассказывают, рассказывают, рассказывают. Давайте я буду рассказывать, что я вижу здесь. Это будет очень долго, и вы, наверное, не уйдете. Тем более мы тут профессионалы, можем 24 часа говорить, если не остановить преподавателя. Это страшные люди. Так что, если они будут только все описывать, это никогда не кончится.
А вот если встает вопрос, а что делать, вот тут уже большой вопрос, что делать, что делать. А то есть идея – это мысль, отвечающая на вопрос, что делать. Преобразующая мысль или мысль, нацеленная, направленная на преобразование действительности, на ее изменение. Даже если это мысль не светлая, а темная. Например, если вы что-то хорошее задумали, это замысел. А если вы какую-то гадость против меня задумали, это умысел. Я умысел ваш сразу увидел. Поэтому прошу не путать умысел и замысел. У вас замысел или умысел? Еще раз я хочу спросить. У вас? А? Вот надо разобраться. То есть надо это различать. Но в любом случае мысль, нацеленная на изменение действительности, на изменение того, что есть. Но вот на изменение того факта, про который вы говорили, факт есть. Человек шел, у него было 3 литра молока. Значит, банка упала, молоко разлилось. Я говорю, что случилось? Говорит, факт. А какой факт-то? А что делать? А вот надо идею. Сначала надо стекляшки собрать, чтобы народ не поранился, да? Наступят, поскользнутся, порежутся. Второе надо, это молоко как-то. Кошку найти. Быстрее вперед, может, несколько кошек. В общем, надо думать. Короче говоря, идея – это мысль, нацеленная на преобразование мира. Ну, а мы только что с вами изучали политику. Каждый класс борется за свои интересы, проводит свою политику. Поэтому идеи, которые годятся для одного класса, не очень подходят для другого класса. Причем это на самом элементарном уровне. Если я продавец, а вы покупатель. Давайте решим вам проблему с ценами. Правда ведь хорошая идея. Я продавец, что цены надо повысить. Отличная идея, правда? И я, так сказать, приду домой с карманами, набитыми деньгами. А вы говорите, нет, хорошая идея цены понизить. И тогда я не приду домой с пустыми карманами, так? Поэтому, скажем, когда идет спор между рабочим и капиталистом по поводу цены и рабочей силы, то ясно, что выдвигаются прямо противоположные идеи. Вот заработная плата – это что такое? С точки зрения политико-экономической, заработная плата – это цена рабочей силы. А рабочая сила – это что такое? Это способность человека к труду. Человек продает способность к труду там на 8 часов. В течение этих 8 часов вы можете использовать как угодно. И вот цена, по которой он продает, это заработная плата. Ну, раз это цена, скажите, пожалуйста, когда повысят заработную плату? Ну, вот если я предприниматель, капиталист, я купил у вас, я покупатель вашего товара, вашей рабочей силы. Вы таких покупателей знаете, которые будут повышать цены на то, что покупают? Нет? А как ответить на этот вопрос, когда будет повышена зарплата? Я когда буду вам повышу зарплату? Я. Если я ваш предприниматель? Никогда. Непонятно? Что? Ну, значит, я, то есть сам-то я, так подпринуждение, это значит вы. Потом, а кто продавец? Вы продавец? Вы продавец? Ну, так вы и повышаете ваш товар. Вы продаете товар. Чего вы спрашиваете у меня-то, когда будет выше цена вашего товара? Вы хоть осознаете, что вы продавец? Ну, конечно, если вы один придете, я вас выставлю за дверь. И охранников вызову, чтобы они вам надавали тумаков, чтобы вы больше не приходили. А вы вот придете вот все вместе, и может меня выставить за дверь. Ну, разные бывают формы. Можно так, что был дождь, а вы стояли перед козырьком, а я вот как раз под дождем, а вы, ну, сухо стояли, со мной беседовали. Почему я не повышаю зарплату? Разные бывают формы. Или пришли всем цехом и заняли все место в управлении завода, управлении. И все спрашивают, а чего вы туда встали? Уже не пройти ни к директору, ни в бухгалтерию, не выдел кадров. Мы говорим, идем зарплату. Все заняли и стоят, никто ничего не требует, спокойно стоят. Так и не будет повышения. Да нет, говорят, будет. Привезли. Или вдруг 600 человек в цех сидит, все сидят, приходит начальник цеха. Вы работать будете? Будем.
Вы что, бастуете? Нет. А что не работаете? Так а денег нет. Надо бы поесть. Как только поедим, сразу начнем работать. Дайте до зарплаты в долг. Так вы не будете работать? Будем. Когда? Когда поедим. А когда поедим? Когда зарплату дадут. И что думаете? Привезли зарплату. Ну, а думать, что вот вам кто-нибудь вот так вот на блюдечке золотой каёвочкой будет повышать, ну... Как вам, повысили стипендию-то? А что вам ее повышать? Вы и не требуете, дескать. Такая маленькая, что и такую повышать не надо даже. Хоть мы ее сохраним на память, что вот такая была как бы и стипендия. Потому что если я буду рассказывать про свою стипендию, это неинтересно, на нее прожить можно было. А вот такую стипендию, что вот каждый раз я иногда никак не могу понять, то ли не приходят, то ли вымерли уже все остальные. А это вот самые такие, которые... Откуда у вас запас это? А? Да. А может быть, вы едите сами там оставшихся, тех, которые съели, других остались, а тех уже нет? Это же человек, я бы дал бы ему какую-нибудь премию Нобелевскому, кто придумал такую стипендию. Что на нее неделю можно прожить. А ходит целый месяц на лекции. Это вообще чудеса. А говорят, нет чудес. Чудеса у нас. Удивительно. Вот Дворкович, он же вице-премьер, он говорит, не надо вообще платить студентам. Молодец. Может быть, вы тоже, когда будете вице-премьером, скажете, и зарплаты не надо платить. Потом, когда он начинает сообщать, какие у них зарплаты, то выясняется, у Матвиенко 160 миллионов в год. Она четвертое место имеет. А впереди еще три человека, у которых 250 миллионов в год. Там и ваша стипендия, не волнуйтесь, все там хорошо. И не только у них. Есть еще, например, Лисин, у которого 17 миллиардов долларов активы. Это не доходы, это все. Но они могут быть превращены в доходы. Вот, например, Пугачев был член Совета Федерации. Знаете такого? Должны знать. Он же был собственник двух наших крупных заводов. Балтийского и Северный Верфь, который делает военные корабли и атомные ледоколы. Представляете, сколько он на стройке работал сверхурочно, чтобы на стоимость этих заводов заработать? Как-то вот он купил, вот как-то. Как-то вот умеют люди покупать. И все вроде по-честному. Но теперь его ловят, пытаются его, так сказать, в пенитенциарную систему затянуть, а он не хочет приезжать в Россию. Видимо, решили, что все-таки он не на стройке заработал такие деньги. Что-то не то. Или вот товарищ Хорошавин, губернатор Сахалина. Миллиард всего получил денег, причем ничего не прятал, вот прямо ему приносили деньги, он складывал прямо в открытую. Пришли следователи, говорят, а вот все деньги, вот лежат, я ничего не трогал, все, ничего не истрачено, еще неизвестно, чем кончится. Ну, подарили мне прибор за 60 миллионов рублей. Может, вы мне тоже к экзамену какой-нибудь прибор за 70 миллионов рублей подарите. Со стипендий своих. Отчислите процент. То есть у нас интересные вещи происходят. Короче говоря, идеи бывают, которые выражают интересы одного класса, а бывают идеи, которые выражают интересы прямо противоположного класса. И это идеи противоположные. Одни говорят, надо делать то, а другие идеи говорят, что надо делать прямо противоположные. Это противоположные идеи. И поскольку каждый класс целую систему идей строит соответствующих, что надо ему делать, то получается целая система идей, идеология этого класса. А другой класс тоже делает систему идей, что ему бы надо делать, чтобы реализовать его интересы. Получается идеология и этого класса. Вот это да.
лекции вызывает интерес даже у священнослужителей. Им надо знать, какая у них идеология, на службе какого класса находится. Вроде бы, если почитать Христа, то вот богатый, чтобы ему не легче попасть в рай, чем верблюду пройти через угольное ушко. О, как написано в Писании. Кажется, что это идея на службе у бедных, правда? А на самом деле, если я богатый, и шансов у меня попасть, у вас не такая, как у вас стипендия, представляете? И шансов у меня, это у вас шансы в рай отправиться, причем очень быстро есть. А у меня, вот мне уже, я уже человек, так сказать, в возрасте, и пока шансов никаких. Вот. Ну, есть какие-то, но маленькие. И вот у меня только одна возможность. Раз в рай я не попаду, надо здесь мне рай сделать на земле. Поэтому не будет вам повышения зарплаты. Не будет. Не ждите. Потому что мне рай надо. А вы в раю будете хорошо жить. Там будут яблочки, и вы будете мимо яблочек, ваша душа будет там летать. Правда, у вашей души зубов-то не будет. Яблочки она есть не будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно видеть директора Института истории. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Здравствуйте, с праздником. Это самые лучшие студенты первого курса истории. А самых лучших всегда мало. После вашей прошлой операции все было засыпано народом, а потом они опять расслабились. Ничего, я теперь на контроле. Ну, вы их, ну, просьба в живых оставить все-таки, они еще могут исправиться. Главное, хорошо, что экзамен не за горами. Вот экзамен не за горами уже. Ну, смотрите, вот здесь мы можем... Здесь экран. Это самая лучшая аудитория в университете. Так, последний, вам хорошо слышно? И последний результирование. Спасибо, успеваем. Вам спасибо. С праздником вас. Старосты у вас есть? Вот, старосты здесь. Значит, так, ну, я знаю. Во сколько у вас заканчивается шпара? 17:10. 17:10? Я жду список тех, кто с вашей группы сегодня присутствует. Репрессии. Смотрите, в сумме должно быть 6, 8, 11, 15, 18, 19 человек. В сумме. Спасибо большое. Все, жду старост. Вот, видите, уже идея появилась у декана, у директора. Идея, как сделать так, чтобы ходили. Это не просто вот он посмотрел и все говорит, мало. Нет, у него идея есть. Пригласить старост, продумать, какие меры предпринять и так далее. Вот как раз яркий пример. Так что вот даже, так сказать, вроде бы тот тезис такой хороший, религиозный, да? Кажется, что он на службе бедных. На самом деле он на службе богатых. Ну, раз нам шансов нет, сейчас нам надо рай себе сделать на земле. Они себе рай делают. Неважно, что у вас... фальсифицированные продукты, там черти что намешано, сгущенка делается не из молока. Не важно, что сливки там ничего общего со сливками не имеют. Не важно, что вам там, значит, рапсовое масло вместо масла какао везде, масло ши, пальмовое масло туда кидают, которое обезьяны собирают дрессированные там где-то в Африке. Это все не важно. А важно, что мы знаем, где растут настоящие продукты. И нам привезут на самолете, и у нас есть куры, которые ходят по зеленой травке, и они очень вкусное мясо дают, и яйца замечательные. И мы себе сделаем рай, а у вас пускай будет ад здесь. А там вы будете в раю. Чем хуже ад здесь, тем вам лучше в раю.
Единственное, жалко, что яблочки будут, а зубов не будет. Мимо будете пролетать, просто смотреть. И глаз не будет, кстати. И смотреть нечем. Вот беда. То есть все будет, но вы как будете сторонние наблюдатели вроде как. Но зато вы не будут вас жарить на костре. И не будут жарить вас на сковороде. Уже хорошо. Так. То есть у каждого класса та система идей, которая выражает его интересы, это идеология данного класса. Та система идей, которая выражает его интересы. А в буржуазном обществе мы знаем, сколько классов. Сколько? Сколько классов в буржуазном обществе? Два. Три. Ошибка. Три. Нет, ну в реально. Но это в таком обобщенном буржуазном обществе, которое уже, так сказать, полностью разложились все классы. Мелкая буржуазия разложилась. Но мелкая буржуазия – крупный же класс. Особенно в России. Очень крупная была. И сейчас много очень мелких буржуа. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Или как сейчас их называют? Самозанятый. Или они имеют свое дело. У вас вроде дела нет, у историков. Что у вас за дело? Сидеть лекции? Разве это дело? А вы бы сейчас бы купили козу, и козью шерсть бы продавали, и молочко козье, оно дорогое. Вот. Но если коза подохнет, то, и, возможно, и вы с голода помрете, потому что уже все, шансов никаких. А у мелкой буржуазии какая идеология? Ну, понятно, какая идеология у буржуазии? Такая, которая помогает укреплять власть буржуазии, осуществлять ее интересы. Правильно? Какая идеология у рабочего класса? Если рабочий класс сейчас продает рабочую силу, надо добиваться улучшения условий продажи, улучшения условий труда и повышения оплаты. А еще лучше перестать продавать рабочую силу, обобществить средства производства и перестать быть пролетариями. И стать рабочим классом социалистического общества. И дальше идея такой, чтобы классы вообще уничтожить, деление на классы, чтобы люди были равны, и чтобы обеспечилось полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества, а не просто удовлетворение потребностей каких-нибудь и кое-как. А вот мелкая буржуазия, у нее есть такая цельная такая система идей у мелкой буржуазии? Вот мелкая буржуазия противоречива, то есть по своему настроению каждый мелкий буржуа, как мелкий хозяйчик, хочет стать настоящим хозяином, превратиться в капиталиста. Поэтому буржуазные идеи близки мелкой буржуазии. Это раз. Второе. Каждый мелкий буржуа трудится сам, собственными средствами производства. Он трудящийся. И как трудящемуся ему очень близки интересы рабочего класса и идеи, которые способствуют движению к бесклассовому обществу. Но, как всякий мелкий буржуа, он говорит, или мне быстро стать капиталистом, или быстро давайте ваш коммунизм. Но быстро. Поэтому такое вот нетерпение, стремление в раз быстро решить все эти проблемы, которые в раз не решишь. Скажем, без производительности труда получишь полный коммунизм? Без высокой. Нет. Ну, а это дело долгое. О, это долго ждать надо. Тогда я пошел еще что-нибудь прикуплю и попробую стать капиталистом. То есть для мелкой буржуазии характерно кашеобразное состояние ее идеологии. Она и за коммунизм, и за капитализм, и за то, и за другое. И там идеи одни, и другие. И такие, которые не за капитализм, и не за коммунизм, и просто идеи дурные. Почему? Потому что неопределенное положение этой самой мелкой буржуазии противоречиво, оно в нем, противоположные интересы гасит один другой. Поэтому всякого рода мелкобуржуазные сочинения, мелкобуржуазные мысли, мелкобуржуазные идеи, как правило, ни к чему серьезному не ведут. Или это просто вырванные буржуазные идеи и вырванные из цельной системы пролетарские идеи. А на самом деле есть только две, в современном мире есть только две последовательные идеологии – пролетарская и буржуазная. Третья идеология, говорил Ленин,
не выработало человечество. Есть только пролетарское и буржуазное. В обществе, разделенном на противоположные классы, в котором есть буржуазия и рабочий класс, есть только две последовательных идеологии – пролетарская и буржуазная. У мелкой буржуазии своей, так сказать, идеологии нет. Можно о ней говорить условно, потому что это то, чем кормится, так сказать, мелкая буржуазия, и теми, и другими, и, сказать, кашеобразности этой идеологии налицо. А можно сказать, что рабочие сами вырабатывают пролетарскую идеологию? Нет. Потому что мы говорим о системе идей, а система – это дело науки. Поэтому идеологами рабочего класса, как правило, выступают представители других классов или слоев, перешедшие на позиции пролетариата, то есть защищающие интересы этого класса. Маркс – это кто такой по своему положению? Буржуазный интеллигент. Энгельс. Если у него папа фабрикант, он кто? Сын капиталиста, а потом папа умер, наследство ему передал. Кем стал Энгельс? Фабрикантом. Но он идеолог рабочего класса. Ленин не сын капиталиста, сын дворянина. Но дворянство его папаша получил за службу и получил только тогда, когда Ленину уже было 16 лет. С 16 лет Ленин дворянин. Поэтому, когда его отправляли в ссылку, его отправляли как дворянина, и он там лучшие условия имел. И поэтому вы ими воспользовался и написал книгу «Развитие капитализма в России». Как бы он в аспирантуре там был. А может, в докторантуре. И это общее правило. Надо сказать, что и промышленной буржуазии некогда заниматься выработкой своей идеологии. Поэтому буржуазия пытается... Что сделать? Как всегда она делает? Заплатите, получите идеологию. И, как вы понимаете, так наука не устроена, что вот сколько ни плати, если у человека ума нет, то ничего путного он не создаст. Поэтому буржуазные сочинения сплошь и рядом тупые. Тупые не потому, что буржуазия тупая, а потому что идеологи этой буржуазии за деньги. Ну, чего-то слепили, и также и вот этой, отнесли этой буржуазии, и буржуазия не разобралась, что ей дали. Это мы наблюдаем не только в смысле, что построит им, потом разваливается. То же самое и с мыслями, и с идеями. Скажем, коммунизм представляет собой последовательную научную систему. Учение о коммунизме. А буржуазия стоит на позициях антикоммунизма. А антикоммунизм ничего последовательного просто не может собой представлять, потому что анти на анти ничего не построишь. И поэтому, чем больше разрушался, так сказать, Советский Союз, и по мере его разрушения, и удаления от этого разрушения, тем меньше антикоммунизм. Потому что какой может быть антикоммунизм, если коммунизм не является господствующей идеологией? И, так сказать, широко не распространен. Если он широко не распространен, то и антикоммунизм тоже широко не распространен. Он слабый. Где сейчас сильный антикоммунизм? На Украине. Вот они... Вместо того, чтобы повесить на каждом памятнике Ленину табличку, что это памятник основателю незалежной Украины. Так ли? Правильно? Так ведь оно было? Когда Украина образовалась? Вот благодаря усилиям Ленина. И к ней присоединяли вот те самые области, за которые сейчас воюют, чтобы отделиться от фашизма американского. Присоединяли Харьков, присоединяли туда Днепропетровск, присоединяли Донецк, присоединяли Луганск. Украина же маленькая была изначально. Если знать историю. И вот там страшный антикоммунизм. Ну и что? Ну разрушили они памятники Ленину. Ну это темные люди. Вы что это? Ну это все равно, что вы взяли и перевернули... Томик Ленина, он был названием вниз, а вы его названием вверх. Это повлияло на идеологию коммунистическую как-нибудь? Нет. Это понятное дело. Ну, что вы воюете с памятью? Это с идолами, это же
Это война с идолами, это война с памятниками. Это говорит просто о низком уровне вообще идеологов там, буржуазной Украины. То есть там уж действительно фашизм, но себе, так сказать, когда везут американцы фашизм на экспорт, они уж совсем низкопробный такой получают этот самый фашизм. Вот скажите, пожалуйста, люстрация – это дело хорошее или плохое? Вот сейчас там занимаются люстрацией, дескать, никого не оставим. Это тоже идея у них такая возникла, идея, говорит, сделаем люстрацию, ни о кого в администрации не оставим тех, кто был при коммунистах. Ну хорошо, или даже при Януковиче, кто был при партии регионов капиталистической, не оставим. Создадим только из новеньких. Ну и каких новеньких-то? Хорошо. А большевики что делали? Большевики-то не дураки. Большевики собрали самых талантливых военачальников из царской армии. Самых талантливых, самых крупных. Платили им, как буржуазным спецам, гораздо больше, чем всем своим чиновникам. Почему? Потому что у нас был партмаксимум. Чиновник больше, чем 500 рублей получить не мог. А буржуазный специалист мог получить столько, сколько он получал раньше. И эти буржуазные спецы были и в армии, которая выиграла, между прочим, у белой. И они были в промышленности. Они были члены временного правительства, некоторые, того, которые потом отпустили. Арестовали их, а потом отпустили. Некоторые члены временного правительства участвовали в работе во всю Красной армии. И восстановление промышленности. Вот есть такая книга Кожаного «Правда сталинских репрессий». Там все эти данные приведены. Поэтому такой глупости просто и тупости, чтобы не использовать специалистов из предыдущей системы общественной, ну, это просто никто себе не допускал. Не было никакого крупного Советского Союза могучего, если бы так было. Поэтому ничего хорошего там получиться и не может, кроме всего прочего. Но это никому и не надо. То есть, так сказать, США, которые осуществляют фашизм, им же ведь не нужна крупная и сильная Украина, правильно? Вот пускай они там мучаются, пускай там они дерутся. Желательно, чтобы дрались бы с русскими. Желательно, чтобы была война Украины с Россией, тогда, так сказать, Соединенные Штаты будут чувствовать себя хорошо. А еще лучше, если бы Украина вошла в НАТО. Ну, вот там проблема. Вот из-за того, что есть эти самые республики там, и там ведутся военные действия, и только при перемирии в НАТО ее вроде так по нынешним законам взять никак нельзя. А раз нельзя, вроде туда и поставить технику, так сказать, нельзя в открытой форме. Хотя туда, так сказать, все потихонечку техника идет иностранная, конечно. И все, так сказать, Черноморское побережье сделать натовским не получается. Вот такая беда. Кто может выработать идеологию? Ученые, конечно, прежде всего. Поэтому те, кто является идеологами, это прежде всего представители науки. И, соответственно, наука делится. Та наука, которая затрагивает какие-нибудь интересы, она всегда классовая. Политэкономия классовая, есть буржуазная политэкономия, есть политэкономия марксистская. Вот, например, если вы откроете Трудовой кодекс России, вы там прочтете. Зарплата что такое? Думаете, цена рабочей силы? Нет. Вознаграждение за труд. Вот вы ко мне поступили на работу, я капиталист. За первые 2 часа вы выработали столько, сколько хватило, чтобы купить вашу зарплату. Остальные 6 часов вы работаете на меня. Кто кого вознаградил? Вы меня или я вас? Вы меня 6 часами вознаградили. А я вам даю за 2 часа и говорю, ну, дорогой, вот тебе вознаграждение за труд. А вы должны говорить, это я вас вознаградил за труд. И пошли со своей зарплатой за 2 часа. То есть одни и те же факты представляются противоположным образом. И то, что является положительным, в другой идеологии может являться отрицательным. Вот, например, всякого рода экономические теории о том, что труд создает зарплату, средства производства создают капитал. Вот, так сказать, то, что если я капиталист, это я по справедливости получаю вот все то, что кроме зарплаты. И никакой эксплуатации, красота.
Ну и по этому поводу Ленин вот в книге «Материализм и эмпирикритицизм» пишет, что если бы в математике математические теоремы затрагивали бы интересы классов, то не было бы никаких теорем общепринятых, то и по ним бы была вечная дискуссия, правильно? Но математика – такая наука, в которой классовые интересы угасают. Вот хоть с интересов, с точки зрения интересов буржуазии, хоть с точки зрения интересов пролетариата, пифагоровы штаны во все стороны равны. И определение предела и с точки зрения интересов буржуазии, и с точки зрения интересов пролетариата одинаковые. Число А называется пределом последовательности xn при n, стремящемся к бесконечности, если для любого сколь угодно малого числа эпсилон положительного найдется такое n большое, что для всех n маленьких больше n большого, xn минус a по абсолютной величине меньше эпсилон. И буржуазия с этим согласна, и рабочий класс с этим согласен, потому что это определение предела. А если взять превращение пути и поделить на превращение времени, и устремить это к пределу, это отношение будет скорость. А скорость, хоть вы едете на велосипеде, хоть вы едете на очень шикарной и богатой машине, если особенно вы стоите в пробке, он не зависит от классовой вашей позиции, зависит от состояния на дороге. Вот, так сказать, там на шоссе, может быть, на автобане, это зависит от марки вашей машины. А тут вы можете идти спокойно пешком и обгонять самые крутые иномарки. Прекрасно. Так. Значит, что мы получили? Получили, что есть две идеологии и третья, мелкобуржуазная, так сказать, сознание, которое включает в себя элементы той и другой идеологии. Ну, а, значит, и еще то, что я уже сказал, что вот наиболее последовательной идеологией является идеология восходящего класса, потому что реакционный класс строит свою идеологию сплошь и рядом на «не», на отрицании. На отрицании. Если вы что-то будете делать, а я буду это все отрицать, то моя функция будет в каком-то смысле пассивной и зависимой, правда? Дескать, это неправильно, это не так, это не так, это не то, и это все, что вы делаете, не так, и не туда идете, и не так говорите, и так далее. А как надо? А как надо? Я же не могу сказать, что надо вас просто эксплуатировать. Буржуазия чем скована? Она же не может сказать, что надо вас ограбить, молодой человек. Чего вы тут сидите? Могли бы пойти работать и принести бы мне прибавочную стоимость, а здесь зря тут сидите. Ну, так она не может же сказать. Поэтому, так сказать, очень часто появляются, так сказать, непонятливые, так сказать, такие непонятливые, замысловатые произведения. Попытки это все как-нибудь закрутить. Например, скажем, понятно, что рабочий класс стоит на материалистических позициях, потому что ему надо мир преобразовать, поэтому не надо делать вид, что этот самый, его этого мира нет. И что это не во сне происходит, а на самом деле. А если вы возьмете, скажем, современную философию у нас в России, очень распространены субъективные идеалистические представления. Например, скажем, такого рода, что предмет есть, если он осмыслен. Или, другими словами, предмет есть, если он наделен смыслом. Ну, разрушить такую теорию очень легко. Потому что выходит, что если он не наделен смыслом, то его нет. Но раз его нет, то нечего и наделять смыслом. И получается пустота. И вот с этой пустотой люди ходят. Или вместо постижения в понятиях, что идет от Гегеля, так и появляется некое течение, которое называется герменевтика. Искусство понимания. Дескать, понимание у вас есть, а вот искусства нет. Но искусство – это совсем другая форма постижения мира. Это постижение мира в образах. Поэтому это не по разделу науки идет вообще. Или какая-нибудь одна категория выдергивается и делается главной.
Вот, дескать, есть онтологи. Кто такие? Это те, которые изучают бытие. Дескать, я бытие изучаю, поэтому про сущность мне даже и не спрашивайте, потому что я бытие изучаю, а уж про понятие здесь более. Хорошо. А еще есть экзистенциалисты. Это очень широко известное философское течение и экзистенциализм. Вы же за то, чтобы существовать, правда? Потом, разве наша сейчас жизнь – это существование? Вот те теории, это все и объясняет. Экзистенция. Так у Гегеля это самая экзистенция, это существование, это одна из категорий учения о сущности, том 2 науки логики. Существование берется как бытие с основанием и в определенных условиях. То есть там объясняется. И потом это же самое существование выступает затем как явление, у которого есть закон, потом как действительное и так далее. Нет, этого они ничего не знают. То есть гегелевскую систему разграбляют, как будто был пожар, и после этого пожара или после войны осталось, так сказать, имущество брошенное, все валяется. И вот пришли, кто чемодан унес, кто диван, кто стол обгорелый, разобрали на куски. Вот, так сказать, в таком состоянии находится современная буржуазная философия. И тут вдруг француз Ален Бадью говорит, философия не умерла. Философия будет жить. Ну, нам такой вот, как тем, кто вот у нас преподает философию, как-то мысль о том, что она умерла, и как-то в голову и не приходила, а вот для него целое открытие. Он для себя сделал открытие, что философия все-таки не умерла. И мы рады за него, что он это осознал. Или Фукуяма, как известно, нашумел. Фрэнсис Фукуяма, американец японского происхождения. Конец истории. Что значит конец истории? Это не надо так понимать, что сейчас взорвут всех и все. Нет, он имеется в виду, что история перестает дальше развиваться. Вот последняя форма общества – капитализм. Причем либеральный капитализм. И вот, так сказать, вот он такую концепцию, так сказать, выдал, широко ее распропагандировал. Ну и кто в нее верит? В нее сами капиталисты не верят, потому что этот самый либерализм уже тогда, когда имеются крупные монополии, и когда идет работа не на свободный рынок, а на заказ, она уже не отвечает реальностям современного монополистического капитализма. Это во-первых. Во-вторых, сейчас уже имеется государственный монополистический капитализм, он продолжает свое развитие, и имеется кейнсианство, которое в 1935 году, в прошлом веке, выступил с идеей в книге «Общая теория занятости процента и денег. Государственного регулирования экономики». Поэтому либерализм является отсталой идеей даже по сравнению с современной кейнсианской экономической теорией. И тем не менее, то есть всякого рода эти отсталые идеи у нас широко распространяются. И если вы можете видеть, если почитаете газеты или посмотрите телевизор, все время выступают крупные государственные чиновники с идеей, надо поддержать мелкого производителя. Причем как поддержать? Заставить при государственных закупках обязательно у мелких производителей покупать. Допустим, процентов 18%. Они хорошего-то не производят на 18% не набрать. Почему хорошего? Потому что в ларьке-то вы не сделаете высококачественный продукт. Какой там научно-технический прогресс? Там туалета нет. В этом ларьке там ведро. Вы хотите с этим ведром сделать высококачественный продукт? Поэтому ничего не получается с этой поддержкой мелкого производителя. Получается, что приходится миллиарды выкидывать все время, и потом эти миллиарды растрачиваются, и получается одно разорение. Но эта идея очень развита, надо поддержать. Казалось бы, вот я за свободный рынок, представьте себе, либерал. Я за конкуренцию. Вот я за конкуренцию, мы с вами конкурируем. Если я вас побил, кого надо поддерживать? Вас или меня? Меня надо поддерживать, я вас побил, я самый сильный и эффективный. Или вы меня побили. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы меня поддерживали.
Но если вы меня побили, вы молодой, сильный, эффективный, зачем меня-то поддерживать? Нет, я, конечно, не против, если мне деньги дадут. Я, конечно, найду, куда их, эти деньги, потратить. Но ясное дело, что если люди за конкуренцию последовательно, они должны прекрасно понимать, что конкуренция ведет к чему? К монополии. Ну, кто-то кого-то побьет, и вот, наконец, образуется монополия. И дальнейшая дорога тоже к монополии. Дальше государственно-монополистический капитализм. А дальше? А дальше у Ленина написано. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа. И потому переставшая быть капиталистической монополией означала бы социализм. Вот вам и конец истории. Ну, понятное дело, что реакционный класс хочет задержать ход истории, хочет все остановить, хоть вот оставить в этом же самом положении. Ну, например, сделать так, чтобы не буржуазные идеи никуда не пробивались. А как ты сделаешь, если, скажем, сейчас существует интернет? Ну, как вы можете сделать так, чтобы противоположные идеи не выходили в интернет? Это невозможно сделать. Тем более на фоне идей либерализма. То есть, так или иначе, подтверждается то, что говорил Маркс, что буржуазия сама, ну, развивая производство, развивая науку и технику, она готовит своего могильщика. Обязательно. Ну, тут никуда не денешься. Ну, не будете печатать в газетах, но они посмотрят в интернете. Вы этот сайт закроете, а они другой откроют. Ну и так далее. Поэтому мы с вами говорили о том, что в буржуазном обществе господствует буржуазная идеология. Но не безраздельно. То есть не бывает такого, ни в одном обществе классовом не было так, чтобы при рабовладении были бы только идеи рабовладельцев. Разве не было идей восстания против рабовладения? Были. Были, иначе у нас спартакиад бы не было. Были бы соревнования, но так бы они назывались. Или при феодализме. Разве не было Пугачева или Степана Разина или Кондрата Булавина? Были. Другое дело, что вот идея у них была не прогрессивная, реакционная. Какая была идея у Степана Разина и у Пугачева? Доброго царя, хорошего царя. То есть идея не выходила за рамки этого строя. А возьмите вы уже идеологическое состояние российского общества в период феодализма. Декабристы – это представители господствующего класса. Но какие? Передовые, которые видели дальше этого феодализма, которые видели будущее России, буржуазные, более прогрессивные, чем феодальные. И с какой жестокостью царское правительство и царское государство феодальное расправилось с декабристами, а потом вынуждено было отменить крепостное право. За что боролись? То есть, казалось бы, ну большинство было против декабристов, все полностью, а идеи победили этих же самых декабристов. Или вот «Путешествие из Петербурга в Москву» написал автор, с ним вроде как расправились, преследовали. Ну идеи-то никуда не делись, то есть вот идеологию победить, передовую идеологию победить нельзя. Она как идеология в этом смысле непобедима. А реакционную идеологию можно победить независимо от того, сколько человек ее придерживается. Допустим, 1000 человек считает, что 2×2 – 7. И что? А 2×2 – 4. Иногда такие фразы встречаешь в книгах. Все экономисты считают. А что, они бухгалтеры? Что они считают? Ну, мало ли, что они считают. И что? В науке разве вопрос количества? Вот сколько человек передовую идею отстаивает? Скажите, пожалуйста, как правило. Сначала один. Один открыл, максимум два. Вот история в математике была в отношении, вы знаете, что в основании математики лежат неопределяемые понятия и аксиомы. Например, если я спрошу, что такое точка, вы скажете, что это такое? Ну да, вы первый человек, который это знает на Земле. Потому что это неопределяемое понятие. Точка – самое простое. Ее нельзя определить через другое, потому что все остальное сложнее точки. Дорогой товарищ, поэтому не пытайтесь, пожалуйста. Но вы можете кого-нибудь пристать и сказать, слушай, я забыл. Не знаешь, что такое точка?
Поспрашивайте, точка, если не скажут, скажите, линия, вот, что такое прямая, что такое плоская, это все неопределяемые понятия. Никто их не определяет в математике. И есть аксиома, это утверждение, которое без доказательства, что через одну и ту же точку нельзя провести больше одной прямой, которая бы... Нельзя провести прямую, только одну прямую, которая будет параллельна данной. А другое, противоположное утверждение было, что сколько угодно можно провести прямых, которые не пересекут вот данную. И вот 2000 лет пытались математики опровергнуть вот это вот такое утверждение, что можно сколько угодно прямых провести через точку, параллельную данной, данной прямой. Ничего не получалось. И, наконец, начали сознавать, что, а может быть, это невозможно доказать. И тогда, вот систематически разработал новую геометрию Лобачевский Николай Иванович. О том, что, взяв за аксиому, то, что за одну, в том, что через данную точку можно провести сколько угодно прямых, не пересекающих данную. А параллельно и позже такая же мысль пришла венгру Баяи, молодому. Папа у него был математик. И он так испугался, когда ему такая мысль пришла, что он написал статью и приделал в качестве, так сказать, статейки к произведению своего папы. И опубликовал. И когда он опубликовал, думал, сейчас будет шум страшный. Оказалось, что за несколько месяцев до этого большую книгу опубликовал Лобачевский. Ну, в науке вообще первая мысль, она приходит одному, ну, максимум двум человекам, правильно? Поэтому понятие большинства и меньшинства в идеологии. То есть, если человек настроен идеологически победить, он может победить необыкновенное количество противников. Потому что эти все противники имеют одну их слабую идею. А то, что их больше, этих противников, никак не усиливает ни аргументацию, ни силу этой идеи. Вот поэтому, если идея правильная, то она рано или поздно начнет побеждать. Рано или поздно, именно потому, что это процесс непростой. И он вообще связан с борьбой в сфере идеологии. В сфере идеологии борьба – это классовая борьба. Но какая ее особенность? Вот появляется идея. А раз она появляется, новая идея, она слабая, правильно? У нее силы нет еще. Нет у нее авторитета. Или, может, того, кто ее изложил, у нее еще нет там докторской степени, профессорской, он молодой. Вот, дескать, ну разве молодые могут что-нибудь умное приобрести? Только вот такие, которые умирают, вот те, которые... уже пожилые, уже пожили, только они могут что-нибудь такое сделать. И вот появляется новая идея. И скажите, пожалуйста, если вот новое появляется, оно сильнее старого или слабее? Если оно дальше, никуда дальше, никуда вы дальше. Когда вот я спрашиваю, когда оно появилось, новая идея. Новое, оно сильнее старого? Ну, в идеологии, идет борьба в идеологии. Новое всегда слабее. Когда появляется? Ну хорошо, чтобы было совсем понятно. Видели маму с ребенком? С грудным? Ну кто сильнее, мама или грудной ребенок? Не, ну бывает, что грудной ребенок так мучает маму, что ты даже не знаешь. Но поначалу мама все-таки может что-то справиться с ним. А дальше, как сказать? А потом, вот этот самый, если это новая идея передовая, то она терпит поражение. Потому что в борьбе побеждает сильнейший или слабейший? Сильнейший. Значит, слабое побеждает. Но слабое терпит поражение. И вот в этих поражениях слабая идея, она укрепляется, развертывается, постепенно все больше и больше защищается, и, наконец, переходит в наступление. И ура! Новая прогрессивная идея побеждает. И тут бы хотелось поставить точку и порадоваться, чтобы все стало хорошо. Но! Появляется новая идея, по отношению к которой вот эта, которая сейчас побеждает, уже является старой. И вот эта старая, вот эти новые идеи ставят под ножку, и новая терпит поражение. И так
Процесс повторяется сначала и снова, и снова. Поэтому мне однажды в Доме политпросвещения, в связи с тем, что там было ЧП, не пришел преподаватель. Мне директор говорит: «Михаил Васильевич, нужно прочитать лекцию». Я говорю: «Кому?» «А вот работники драматических театров». Я говорю: «Что же я им прочитаю?» «Ну, вы это вот не знаю, вы что-нибудь им прочитаете, вот, полтора часа». И я им начал читать лекцию про вот... Думаю, драматических театров, ну что можно им такое прочитать, что их заинтересует? Я им начал рассказывать про борьбу идей. И что при самом полном коммунизме будут рождаться новые идеи, их будут забивать, топтать, преследовать, потом они будут набирать силу, то есть будет трагедия, драма, у вас, короче говоря, будет всегда работа. И лекция им понравилась. То есть драматические драмы-то будут. Ну не будет классовой борьбы, а борьба-то разве кончится? Борьба-то не может кончиться, борьба идей в искусстве, в науке, в культуре разве может прекратиться? Это невозможно. Поэтому настраиваться на то, что борьбы не будет, это значит заранее обрекать себя на поражение. Вот если я с вами собрался бороться, а вы настроились со мной не бороться, кто победит? Тут уж понятно, тут уж ясно. Вы можете в 100 раз сильнее меня, но я смогу вас победить. А вот у нас КПСС объявила, что прекратилась классовая борьба в 1961 году. Но если она прекратила борьбу, что нужно делать? Захватывать, забирать, завоевывать. Противоположный класс не объявлял же. Ну как Троцкий во время Брестского мира говорит: армию распускаем, мир не подписываем. Сидят эти генералы немецкие, думают: вот дают, большевики сильны. А они мир не подписывают, армию распускают, что нам делать? Ну а мы люди военные. Что мы должны делать, как войны? Наступать? Они пошли, захватили всю Украину, а потом такую контрибуцию нам пришлось платить. Ну, спасибо немецкому пролетариату, он сделал революцию в Германии, и мы сразу этот Брестский мир ликвидировали. Ну, как это? Идет классовая борьба. Одна сторона говорит: я бороться не буду. Ну, все. Вторая проиграет. Даже вот неужели у нас слабая была армия, или у нас мало было там идеологов? Они же прямо целыми отделами ЦК прямо сдавались. Им сказали по радио: выходите из ЦК, они пошли. А кто не пошел, тот и остался. Я наблюдал эту картину очень интересно в Смольном, потому что у нас редакция «Народной правды», где я был заместителем главного редактора, находилась. В Смольном. Ну, товарищ Белов, который сейчас считается идеологом КПРФ, там находился на хозяйстве. Когда пришла Галина Старовойтова, потребовала открыть дверь в Смольном, но открыл, впустил эту самую буржуазию. А мы как там работали, сидели, так мы и там и сидим. Пришел Собчак. Он на третьем этаже, а мы на втором. Он пишет, что мы такие секирос такие. А мы пишем, что Собчак – это враг нашего государства. Он решил нас не пускать, а мы закрыли Смольный и не пустили Собчака. 600 секунд показали. Они от нас отстали, предложили нам на Белинскую комнату. Потом эту комнату на Белинскую сменяли на Очаковскую. Там. То есть тот, кто не уходил, я видел в Белоруссии, кто не уходил, то того ничего и не отнимали. Я даже, вот, например, хвалю демократов. Вот смотрите, демократы, хоть одного коммуниста в 91-м году пальцем тронули? Чего вы на них напали, на демократов? Они самые добрые, лояльные люди. Вы сами бросили и убежали. Вы никакие не коммунисты. Вы все побросали и удрали. Почему? А потому что сидящие на чиновничьих креслах в КПСС собрались в банке. И я их всех знал, потому что я был членом обкома от Выборгского района. Я их всех видел. И заходишь в банк, там сидит бывший голубчик. Там первый секретарь наш ленинградского обкома был. Только не Гедаспов. Гедаспов пошел обратно себе в институт, который делает разрабатывает горючее для космических аппаратов и для ракетных систем. А вот Соловьев тот пошел в банк консультантом.
и другие консультантам, и еще куда-то в банк. И вот в банке многих можно их было увидеть. Они же не пошли там в рабочие или в директора завода сохранять хотя бы производство, промышленность. Нет. Поэтому не надо напрасно валить на демократов. Что, дескать, они такие злые, такие плохие. Какие плохие? Они пальцем ни одного не тронули коммунистов. Все опоздавали. Но это в соответствии с теорией прекращения классовой борьбы. Говорит, наша страна, говорит, с вами не борется. Посмотрим, что будет, как будете действовать вы. А что будет действовать? А другая страна борется. Она взяла и все завоевала. И Советский Союз в этом смысле, то есть потерял-то свою государственность, не потому, что его кто-то там вот, прям завоевывали. Почему? Взяли и, так сказать, и все создавали сами. А скажите, пожалуйста, а кто вообще вот сейчас нападает на Украину, говорят, там вот такие-сякие, сейчас там действительно американский фашизм. А кто первую декларацию о независимости принял, Россия или Украина? Кто? Верховный Совет России принял. Представляете, Верховный Совет России принимает декларацию о независимости. От кого? Что, от всех союзных республик? Ну все. Все Советский Союз тогда ликвидирует. Что, Украина долго после этого не принимала? А теперь говорят, вот вы там на Украине. Да, вы. И как вы думаете, так сказать, Зюганов был в этом же самом Верховном Совете? Они же голосовали за декларацию о независимости. С ума сошли? Независимость. У меня на даче, там гастарбайтеры жили в соседнем домике. Поздравляем вас с днем этой самой России свободной, 12 июня. Я говорю, что это, вы меня поздравляете с независимостью от Узбекистана? Они ой, извините, говорят, ну, конечно, да. То есть в области идеологии самые замысловатые вещи бывают. Ну, вот то, что я говорил о программе партии, принятой на 22-м съезде, это же идеологический вопрос, прежде всего. Но это он идеологически вроде бы изначально. Сначала мы меняем программу. Но это программа какой партии? Правящей. А правящая партия, она совершает политические действия. Поэтому изменение программы, выбрасывание из программы тезиса о классовой борьбе, о диктатуре пролетариата, изменение цели производства на какое-то неопределенное удовлетворение потребностей вместо обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, привело к изменению характера государства. На какое? На противоположное. Потому что если оно не государство рабочего класса, то какое? Давайте решим эту идеологическую проблему. Вот изменился характер государства. Оно общенародное. Но я вам уже цитировал. Тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько безграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Значит, как только государство стало общенародным путем решения съезда правящей партии в государстве, значит, государство стало общенародным. То есть не государством диктатуры пролетариата. Значит, каким оно стало государством? Диктатуры буржуазии. А где буржуазия? А сейчас я вам скажу, где буржуазия. Вот этот государственный аппарат, которые держат фактически управление средствами производства. Это министры, это директора заводов, и это всякого рода хозяйственные руководители, и их руководители. Они теперь уже представляют собой совокупного частного собственника. Почему? Потому что государство – это, вообще говоря, не общество. Государственная собственность, вообще говоря, не общественная собственность. Собственность государства рабочего класса является общественной собственностью только по одной причине, что рабочий класс заинтересован в улучшении положения всех членов общества, всех трудящихся, поэтому его интересы являются общественными. Поэтому если это собственность государства рабочего класса, то можно доказать, что государственная собственность является формой общественной. А как только государство перестало быть государством рабочего класса, вот эта государственная собственность стала капиталистической собственностью тех, кто имеет доступ к рычагам управления государством. И это вот такой своеобразный госкапитализм. Соответственно, кооперативная форма собственности перестала быть формой общественной тоже. И там получился, так сказать, те же самые сельскохозяйственные предприятия, это частные предприятия, но коллективного типа. А дальше начинается. Скажем, в некоторых государствах, таких как
Беларуси. Вот этот состав, вот такой единый капитал, сохранился. Никто не делил эту государственную собственность на куски. И поэтому в Беларуси сохраняется государственная собственность, капиталистическая. И это государственная собственность государства буржуазии на сегодняшний день. А наша буржуазия, поскольку она во многом состояла, видимо, из бывших теневиков или из мечтающих стать настоящими капиталистами, она стала разрезать, делить на куски с помощью различных приемов чубайсовских, с помощью продажи или выдачи ваучеров, начали разделять эту единую государственную собственность. И доразделяли до такой степени, что любая крупная монополия иностранная, в условиях, когда границы открыты для международной торговли, любая крупная монополия может проглотить любое предприятие, которое раньше было государственным. И падение производства в России составило 2 раза. То есть уменьшение в 2 раза объема производства в 90-х годах. Поэтому, когда Владимир Владимирович Путин говорит, нам надо удвоить ВВП, это что означает? И это говорит только одно. Надо нам вернуться к тому уровню, который был в Советском Союзе в 1990 году. То есть ничего такого здесь великого нету. И сейчас, поскольку мы говорим о сфере идеологии, мы должны критически отнестись и к представителям буржуазного класса. Вот если класс буржуазный собирается править по-буржуазному, что он должен сделать? Он должен создать программу развития буржуазной России. Правильно? То есть какие будут предприятия, как они будут увязаны, какая будет экономика. Если импортозамещение, так это импортозамещение. А как будет расти производительность труда? А как будет там развиваться наш рубль? И так далее. То есть нужна увязка всей этой деятельности в рамках единой программы. А есть кому делать эту программу? Есть. Что за организация могла бы сделать программу развития России? Академия наук есть? Есть. Что вместо этого делает наша буржуазия с Академией наук? Она забирает все институты Академии наук в так называемое ФАНО. Название характерное. Как и для министерства нашего. И Министерство образования и науки, сокращенно Минобразин. И вот она собирает все эти самые учреждения этого ФАНа, это Федеральное агентство научных организаций. И что? А ничего, они там учитывают недвижимость, сдают в аренду, и каждый теперь академический, каждый академик или каждый, так сказать, крупный ученый будет ходить и выпрашивать деньги на какой-то свой проект. А тот человек, который ничего в науке не понимает, это сегодня замминистра финансов. Он, наверное, хороший финансист. Я думаю, что он хороший. Но это не значит, что он хороший философ, или физик хороший, или химик. Вот я, например, не взялся бы руководить химией, потому что я там ничего не понимаю. И физикой я бы не брался бы руководить. А вот человек взялся руководить всеми. Мы поручили ему за соответствующую плату. Всеми институтами Академии наук. А Академия наук говорит, а вы клуб ученых. Вот вы как студенты теперь. А у вас нет, вы вот сидел, директор института, теперь вот идите гуляйте там по коридорам. Ну, казалось бы, вот Академия наук в поручении. Академия наук создать программу развития России. В состоянии Российской Академии? В состоянии. И это вот задача. Вот задача для Академии наук. То есть те же самые буржуазные страны, другие, показывают, что можно развиваться быстрее. Скажем, Корея Южная сделала 6 5-летних планов. У нас 20% государственный сектор. Но это значит частная собственность класса капиталистов. Значит, на 20% можно сделать план? Можно. Где план? Нету плана. Но если нету плана, то как вы сделаете заказы? Вот, скажем, заказы на специалистов. Сколько надо лет учить? 4 или 5? А черт их знает. Нужны историки будут или нет через 10 лет? А мы не знаем. А мы временщики. Потому что у нас программы нет. А может, вообще конец истории? Зачем историки? Вон Фукуяма же написал конец истории, а историков все еще готовят. Может, вообще закрыть?
Но чтобы понять, сколько нужно готовить специалистов, что нужно сделать? Для этого нужно иметь программу. Надо знать, что через там, вот вы там учитесь 4 года, раньше вы 5 лет учились. Сейчас вы, наверное, умнее стали, способнее, за 4 года все одолеете. Хотя, есть другая информация, что сейчас имеется в образовании деление на тех, кто будет учиться 5 лет и пойдет в управление, то есть 6 лет в магистратуру, а другие будут учиться 4 года и пойдут в подчинение, чтобы были равные, но одни равнее. И дается магистратура, чтобы можно было управлять. И есть бакалавриат, это вот рабочая сила, пусть свободно, в соответствии с теорией либерализма, двигается из одной страны в другую. Ну, здесь вы не нашли. Идите туда. Там вас никто не ждет, кстати, и жилья для вас нет, и благ никаких. Но эта вот идея реализовывается. Короче говоря, ну, мало ли что можно напридумать. То есть, все-таки есть серьезные люди, и есть в России серьезные ученые, и есть серьезная организация Академии наук. Она не получает от государства задания, которое... Это говорит просто о мелкотравчатости современной российской буржуазии. Она никак не может до этого дорасти. Хотя в области обороны она поняла, что если вы не будете иметь космос, если вы не будете иметь ракетно-космический и ракетно-ядерный щит, с вами сделают то же самое, что сделали с Каддафи. Это всем стало очевидно. Поэтому на оборону средства выделяются. Ну как может быть оборона выбиться из всей гражданской промышленной продукции, из всего гражданского производства, если не будет обеспечен общий научно-технический уровень? А вы не собираетесь сделать так, чтобы возраст нашей техники был 10 лет? А то ведь в некоторых отраслях и 20, и 30, и 40. Какой технический прогресс? Какие нанотехнологии? Над ними смеется народ, говорит, нанозарплаты и наноквартиры. Такие маленькие зарплаты и маленькие-маленькие квартирки. Но свои зато. Так вы сделаете так, чтобы... Знаете, сколько составляет амортизация, то есть отчисление, нормальное отчисление на замену оборудования при сроке замены, который обеспечивает воспроизводство, замена в течение 10 лет. Значит, если считать, что срок оборудования должен быть 10 лет, то каждый год надо десятую часть оборудования заменять. Правильно? Каждый год вы будете менять десятую часть оборудования, и за 10 лет вы все смените. У вас будет все оборудование не старше, чем 10-летнего возраста. И все современные станки. И мы получим повышение производительности труда, снижение издержек, и, соответственно, цен и так далее. И увеличение расходов на науку, культуру, образование и так далее. А как вы думаете, сколько стоят наши все производственные фонды? Все производственные фонды у нас стоят 73,5 триллиона примерно. Лекции. 73,5 триллиона, то есть 10% это 7 примерно и 0,3 триллиона в год надо. Куда? Должны поступить эти деньги. Эти деньги должны, каждый капиталист должен откладывать их, или государственное предприятие, на соответствующие амортизационные счета. С запретом использовать на что-то. А что с ними происходит? Во-первых, никто эти 10 лет не ставит. А некоторые ставят 100 лет. Потому. Почему 100? А потому что вот Хаджа Насреддин обещал научить Ишака говорить. А когда его стали критиковать, что же, говорит, дело же тебе голову отрубит. Да нет, говорит, через 100 лет или я умру, или Ишак умрет, или мир умрет. Так и здесь, 100 лет. 100 лет ставят, чтобы 0,01 менять. Это раз. Во-вторых, деньги с этих амортизационных счетов куда уходят? Перекачивают в прибыль, а прибыль куда перекачивают? В офшоры, за границу. Говорят, нам нужен капитал, нам нужны инвестиции. Да мы все инвестиции все время снабжаем инвестициями своими за границу постоянно. Вот наши деньги увез товарищ Кудрин в Соединенные Штаты Америки. Там хранит. Под сколько? Под какой процент? Под 2%. Ну что, здесь нельзя получить доход 10% с них? Нормальную прибыль. То есть Россия богатая страна, и все раздает. Говорит, а что-то у нас так плохо получается. Так если вы все будете раздавать, и будет плохо получаться. А в мире, как вы видите, в современном,
уважают только слабых или сильных? Сильных уважают. Если вы хотите, чтобы у вас была сильная Россия, так вы сделайте программу ее усиления. И такая попытка была. В 2008 году Владимир Владимирович Путин утвердил концепцию социально-экономического развития России. Ну, как-то так все оживились, начали. Там было увеличение зарплаты и повышение производительности труда, и, так сказать, и развитие нашей промышленности. Но это была концепция, а концепция – это замысел. Замысел утвердили. Кто утвердил? Утвердил председатель Совета министров, тогда Путин был председателем Совмина, председатель правительства. Кому она обязательна? Для правительства. Ну, как бы вы руководствоваться будете в своей практической работе. Через Думу проходила? Нет. Законом стала? Нет. Правительство утверждало? Нет. А какая ее цена? Вот приехал сюда товарищ Степашин на дни петербургской философии. И рассказывает, как они здорово, он председателем был счетной палаты, как они здорово все контролируют. Я поднимаю руку, говорю, можно вопрос? Тогдашний наш декан Солонин, член Совета Федерации, говорит, Михаил Васильевич, только как? Да-да-да, я говорю, да-да-да-да. Кратко говорю, а вот вы рассказывали, товарищ Степашин, что вы здорово контролируете. А вы контролируете выполнение концепции социально-экономического развития России? Как дела идут? Он так сразу так заулыбался, говорит, ну, она корректируется. Что значит корректируется? Так для чего разрабатываются программы? Чтобы ее выполнять и действительность преобразовывать? Или наоборот, написать бумажку, а потом переделывать эту бумажку в соответствии с тем, что ничего не получается, давайте это перепишем назад. Ну и помалкивают насчет этой концепции. Помалкивают. Как будто бы ее нет. А она была. А ведь нужна программа, а не просто концепция. Программа представляет собой последовательность взаимоувязанных этапов и взаимоувязанную деятельность самых разных отраслей и областей нашей жизни, и материальной, и духовной, и образовательной. Только тогда можно понять, вот если у нас промышленность там, и если в нашем развитии потребуется вот столько историков, значит, надо знать примерно, сколько в 25-м году нужно историков, правильно? Сколько философов? Может, вообще философов не нужно, если конец истории, так и тогда и философов нечего держать. Зря деньги-то тратить на это дело. Историков надо сейчас уже уменьшать. Вот получается такая интересная картина. Поэтому в вопросе, вопрос о развитии идеологии, в том числе и развитии идеологии правящего класса, никуда с повестки дня не сошел. Потому что всякий класс, даже тот класс, который в этот момент, может, во многом является реакционным или вообще в целом реакционным, все равно он является тем классом, который, как известное время, отвечает за историческое развитие. Правильно? И поэтому его критиковать нужно не только с позиции противоположного класса, но и с точки зрения интересов этого собственного класса. Что такое капитализм? Капитализм или капитал? Капитал – это самовозрастающая стоимость. А если у нас закрываются предприятия и фирмы, и ослабляется, так сказать, наша экономика, так это называется не самовозрастающая стоимость, а самоубывающая и самозахлопывающая стоимость. Это противоречит капитализму. Поэтому капиталистов тоже нужно критиковать с точки зрения капитализма, с точки зрения того, что они собственные интересы не могут реализовать или имеют плохих идеологов. А вот если мы посчитаем это, 10%, которые от амортизации, это 7,3 триллиона, а рассказывают нам про какие-то жалкие миллиарды. Да миллиард – это хорошавин, один губернатор себе взятки взял, 1 миллиард. Миллиардами сейчас взятки берут. А тут государство говорит, мы вот столько миллиардов там по что-то потратили. А почему вы не потратили 7 триллионов? Но это только на амортизацию, только на возмещение испорченного, истраченного, так сказать, капитала. А на накопление кто будет делать? Какая часть прибыли идет на накопление? Этим должно государство заниматься, капиталистическое или нет? Ну, например, вот во Франции занимаются. Зачем там требуют подоходный налог 58,6%? А потому что вы получили миллиард дохода, и 58,6 от этого миллиарда, 586 миллионов, уйдет доход государства. И они не будут плакать, что у них нет денег на образование и культуру у буржуазного государства французского. А у нас 13. И все 13.
Это плоская система. Есть хоть одна страна еще в мире, у которой есть плоская система? Нету. Он говорит, у нас тогда, наверное, не будут вообще налоги сдавать. А что тогда делает ваша полиция, прокуратура, суды и так далее? Да? Ну, кстати, для этого существует. А зачем тогда держать эту налоговую инспекцию, которая из себя что-то изображает, которая не может взять налоги? А зачем хотел Франсуа Олланд 75%? Это чтобы напугать французского актера, который к нам сразу убежал, испугался, что у него снова много брать. Для этого, что ли? Это что, невыгодно буржуазии французской? Ну вот давайте порассуждаем. Буржуазия сдаст с высоких доходов 75%. Обдираловка. Но буржуазия не такая дура, чтобы она думала только на один шаг. Французская, по крайней мере. Значит, а дальше что будет? А дальше деньги попадают в государственный бюджет. А из государственного бюджета даются государственные заказы. Кто получит? Крупный капитал или мелкий капитал? Кого будет поддерживать французское государство? Крупный французский капитал или мелких этих, кто коз покупает, цветочки разводит? Но крупный капитал вернет эти денежки с лихвой, получит прибыль. Поэтому получается, как работа сердца. Отдали деньги, потом их же и получили. Потому что отдали-то со всех собрали, а получил-то я, потому что я крупнее. Поэтому крупный капитал поддерживает этого самого Олланда, он же социалист. Чудес-то не бывает. Буржуазия свои интересы знает. К сожалению, наша буржуазия свои интересы а. не знает, и б. плохо реализовывает. Потом она похватывается, начинает ее санкциями душить. Оказывается, надо иметь свои предприятия, а не думать, что мы привезем все из-за границы, между прочим. И голову свою надо иметь на плечах, а не привозить себе идеи из-за границы. В этом состоит идеологическая борьба. Спасибо за внимание.